какая. Значит, ей нужен здесь вот, чтобы сидел музыкант. Мажор, виконує оркестр музичного ліцею при Білоруській державній консерваторії, дирижер Владимир Перлик. Вивальди, Анданте и минуэт из маленькой симфонии. Thank you.
Могут ребята послушать, что они там натворили? Видели? Фракции. Уэберн. Парафраз на темы рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». Понятно, да? Там практически без паузы. Ясно, нет, Михаил?
Антонио Вивальди. Концерт для виолончели с оркестром, для минор, у трех частных. Солист Николай Гималетдинов.
Слушай, тебе как больше нравится играть, на концертах или дома? Больше всего на концертах нравится. А почему? Потому что заниматься это долго, очень все время учить все, делать. Но это надо, чтобы хорошо играть на концертах. Но так, если честно сказать, то мне на концертах больше нравится играть, чем заниматься. А как тебе нравится больше играть, одному или с оркестром? Мне больше нравится с оркестром. С оркестром. А вот когда вы виделись с папой Римским, как, что тебе там понравилось? Расскажи немножко. Ну что мне понравилось? Мне понравился зал сам. Там очень много народу было. И хорошая акустика. А что ты там играл? Концертина Нелька. Что? Концертина Нелька с Российским национальным симфоническим оркестром. Оркестром. Дирижер Михаил Блин. Ну а с папой вы как общались? Что он вам сказал? Нет, он нам ничего не сказал. Он только сказал, когда в конце концерта уже сказал торжественную речь. А вас он с чем-нибудь поздравлял? Он подходил, нас поцеловал. А вот вы сейчас собираетесь еще в Москву ехать? С кем вы будете там играть? Мы будем играть со Спиваковым. И... не помню, кому мы еще. Ашкеназе был. Ну и как ты думаешь дальше? Ты так всю жизнь будешь играть на виолончель? И тебе, может, надоест? Нет. Не надоест? Так и выйдет. Ты хочешь стать как Казалис? Да? Честно говоря, да. Ну, очень хорошо. А дирижер тебе нравится этот вот? Да. Владимир Павлович? Учитель. Учитель твой? Thank you.
концерт для фортепиано с оркестром номер 28, ре-мажор, соль-мажор, солистка Лена Колесниченко.
Джоплин, «Рэг-тайм». Самим тоже. Вот эта форма. Есть у Солоухина замечательные строки. Я их всегда помню, но редко повторяю. Ну скажи, Виталик, венок сонетов – давняя мечта изведать власть железного канона. Теряя форму, гибнет красота, а форма четко требует закона. Вот вы сейчас сыграли с точки зрения формы убедительно. Почему? Потому что вы ничего не придумывали. Вы только вместе со мной пытались выполнить то, что написано у вас в ноте. Другое дело — секреты нашего ремесла. Некоторые забывают, где добывается фортиссимо, и пытается это добыть у грифа. Некоторые забывают, вместо того, что надо включить запястье на мелкие фигуры, да, и начинают играть всей рукой. Я не буду говорить, кто это, но мы знаем. Помогайте друг другу, не проходите мимо. Ты со мной согласен? Некоторые играют вот с такой спинным поясом.
А дедушка, тебе сколько лет? 15 исполнилось. А, я думал, ты пенсионер. Освободи. Это же позвоночник, это же вся жизнь. Понятно, да? Поэтому мощь звука, его сочность, его все краски, это только тогда, когда уши свободны, а уши свободны, когда спина свободна. И вот здесь никаких рож.
Morte Perpetua. Романс. Итальянская ария.